Сегодня небольшая тема. Когда надо собирать шиповник? С тем, чтобы в нем были максимум полезных веществ и витаминов. Было видео у меня на канале. Шиповник в сентябре. Просмотры мизерные. Вместо того, чтобы укрепить свое здоровье, повысить иммунитет, другие темы нравятся народу. А между тем жареный петух приближается. Вот смотрим внимательно. Такая интенсивно яркая красная окраска. Твердые на ощупь плоды. Вот это идеальный вариант для сбора шиповников. И вот здесь мы видим 4 брата стоит, даже 5 кустов. И вот мы сейчас будем, приближаясь то к одному, то к другому, смотреть. Вот это зеленый шиповник, он не годится для сбора. Вот оранжевый шиповник, он тоже уже пригоден для сбора. И далее вот мы спустимся пониже и видим, что здесь окраска уже приобретает темные там тона такие, как бы они уже тусклые. И шиповник на, ведь он мягкий на ощупь, в таком шиповнике уже меньше полезных веществ и витаминов. В интернете и литературе вот есть совершенно неправильная рекомендация, что шиповник надо собирать вот в таком состоянии. Польза его минимальна. Уже он не транспортабелен, липкие руки от этой каши. И храниться будет недолго. То есть вот здесь время сбора шиповника уже прошло. Вот то полутвердое состояние, которое мы наблюдали, это называется стадия технической зрелости. То есть шиповник надо собирать в полузрелом виде, когда он имеет максимум полезных веществ и витаминов. Всего вам хорошего. Смотрите полезные видео.